26 по 27 сентября при поддержке Российской ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в Ульяновске пройдет семинар Всемирной организации здравоохранения по улучшению школьного питания и физической активности в Российской Федерации. Передовой опыт ульяновских школ по организации правильного и сбалансированного питания и здорового образа жизни учащихся будет представлен на мероприятии. В тему включились все образовательные организации, все школы занимаются этим вопросом. И поэтому на двух площадках, которые мы представляем 26 и 27 числа, это 40-я школа и 15-я школа, будет представлен опыт 12 образовательных организаций. Сегодня во всех школах города созданы необходимые условия для сохранения и улучшения здоровья школьников. В каждой образовательной организации работают центры здорового питания, включающие в себя пищеблоки, кабинеты биологии ОБЖ, а также методические кабинеты. Педагоги проводят с детьми лекции и беседы о важности здорового питания. На мониторах, установленных в столовых, транслируется меню с указанием ингредиентов и их пользы. Также в Альма-Матер уделяется особое внимание двигательной активности школьников. У нас ритмика. У нас акварель, это причем два специалиста, которые ведут танцы. У нас утренняя зарядка, это динамическая пауза. Мы сейчас, после последнего посещения Сергея Ивановича Морозова, приняли такое решение по нашей школе, что в 2020 году будет изменено, мы входим в программу «Городская среда», и территория школы будет в основном приспособлена именно для организации физической активности. 5 школ Ульяновска, среди которых 15-я, 76-я, 30-я, 79-я и 40-я, стали площадками для инноваций по пилотному проекту «Здоровое питание и физическая активность». Вопросами улучшения качества питания и формирования здорового образа жизни озадачены абсолютно все, начиная от руководителя и заканчивая родителями. В столовых операторы питания на постоянной основе организуют для мам и пап выставки и дегустации блюд, а также информируют о способах их приготовления и пользе ингредиентов. Я являюсь членом дегустационной комиссии нашей школы, и беспрепятственно в любой день я могу посетить школу для того, чтобы продегустировать завтрак или обед наших детей. Поэтому у нас нет никаких специальных режимов, вот я прихожу в любой день, если у меня есть на то возможность, необходимость. Самое главное, что такой подход к сбалансированному и разнообразному питанию в школе нравится детям. Ребята с удовольствием идут в столовую завтракать и обедать. Причем ни у кого уже не вызывает вопросов, что главный перекус на переменах – это не выпечка, как было еще несколько лет назад, а фрукты. Питаться в столовой мне очень нравится, питание у нас отличное, еда на вкус очень приятная. Больше нравятся макароны с сосисками. Выбирать, не знаю, по эту функцию, я просто обычно стандартный беру меню, и поэтому ем то, что подают, скажем так. Разваренные макароны, несладкий кисель с пенкой – прошлый век. Сегодня во всех школах Ульяновска делается акцент не только на качестве продуктов, но и на вкусовых и эстетических характеристиках. Организован пятиступенчатый контроль за детским питанием со стороны Роспотребнадзора, Управления образования, директоров, операторов питания и родителей. Каждый родитель по предварительной заявке может принять участие в дегустации детских блюд и оставить отзыв в соответствующем журнале. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Правда ТВ.